Что такое книга? Книга – это сшито между собой, бумага с текстом. А я знаю, кто их написал – Пушкин. Книги – это источник знаний. Можно их читать. Там есть важные картинки. Это склеенные листочки друг с другом. Кто и как создает книги? Книга создает писатель. Он их придумывает и передумывает, и пишет. Просто берут картон, потом печатают строчки. И листы. Автор придумывает, потом они изготавливают в издательстве. Автор пишет буквы, а художник рисует картинки. Какие у тебя любимые сказки? Он испугал зверя. Они думают, что это большой, а он был маленьким. Воробей, его клюв и теперь тараканище нету. Винни-Пух и Пятачок и Кролик. Винни-Пух даже не поел дверь. Он съел много меда. Там даже был живой Пятачок. Пятачок это ну, свинка. Я сказку знаю про храброго зайчика. Когда зайчик был маленьким, он боялся, а когда он вырос, и он стал вырос и сказал, надо уже становиться храбрым. А моя любимая книжка про гору, про Эверест. Она самая высокая в мире нашем. Муха-цокотух, позолоченная брюхо. Как мухи-цокотухи все приходили гости. Альболит – это кто? Лечат зверей. У меня Зимовочка, маленькая девочка, которая жила в цветочке. Зимовочка не обрадовалась, когда жаба забрала его к своему сыночку. А сыночку понравилась эта Зимовочка. Белоснежка. Это когда девушка умерла. Гномы, они пустили ее в дом. Они сказали, чтобы она никого не пускала, она пустила какую-то злую ведьму. Дала ей отравленное яблоко, и она умерла. Привязали еще деву. Нет, не привязали ее. Они положили в свой ящик какой-то. А потом пришел принц и поцеловал ее. И она жила. Три поросенка. Про поросят и про волка. Там был Нуф-Нуф, Нюф-Нюф и Наф-Наф. И тут они решили построить домики. Волк их сдул два, а другой с кирпичей не сдул. Рапунцель – это ведьма, заточила ее в башне, а рыцарь пришел ее спасать, а залез в башню он по волосам. Котик-ёнка, песенку. Я на солнышке сижу с тикипахой. А тикипаха пела, я на солнышке лежу. Мама сказала, иди к бабушке, потому что она заболела. И встретила красную шапочку волка. Красная шапочка пошла по длинной, волк обманул. А короткой бабушку он и съел. А красная шапочка к этому времени пришла. Потом он съел красную шапочку. Дальше пошли разбойники и разрезали ему живот. Бабушка с красной... Бабушка вылезла. Теремок. Там медведь раздавил домик. Апрель, на твоё звенит капель. По полям бегут ручьи, на дорогах лузы. Скоро выйдут муравьи после зимней стузы. Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Солнышко потеряло там туфельку. Принц поднял и отнес туда же. Я наживет. Еще. Конец.